10 ноября сотрудники полиции отмечают свой профессиональный праздник. В этот день стражи порядка не только принимают поздравления, но и вспоминают своих коллег, отдавших своей жизни при исполнении служебных обязанностей. Так, в преддверии праздника в Магарамкентском районе прошло открытие мемориала погибшим сотрудникам органов внутренних дел. На открытии присутствовал и глава республиканского МВД. Мы помним их, не пожалевших жизни, что встали на защиту, как стена. Здесь нет имен, но каждый сотрудник полиции знает, кому посвящен этот мемориал. Их земляки в разное время отдали свои жизни во имя исполнения долга. Вот этот памятник, он дает нам чтить память тех ребят, которых мы потеряли, и молодому поколению нашему, когда приходит к памятникам, желание знать историю нашей страны. К сожалению, вот в мирное время мы потеряли огромное количество наших братьев по оружию. И это глубокая печаль для родных и близких. Это очень серьезные потери для нас. Здесь собрались родные и близкие героя, ветераны службы. Все они выразили надежду, что подрастающее поколение будет брать пример с настоящих профессионалов своего дела, которые отдали самое ценное за мир и покой в Дагестане. Когда я на свете самого дорогого человека, самого близкого, я вижу в земле, а имя его на камне. Что я могу сказать? Когда на наших плечах двух женщин остались четверо несовершеннолетних детей. Ничего, мы смирились с этим. Все равно мы будем расти своих внуков, детей в духе патриотизма. Глава ведомства вручил награды воинам, чья служба сопряжена с постоянным риском, а вдовам и родителям тех, кто не вернулся однажды с боевого задания, материальную помощь, подчеркнув, что семьи погибших полицейских никогда не будут забыты. Я хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые посчитали нужным, что этот памятник был открыт, были с нами рядом. Я хотел бы пожелать благодатной Магарамкентской земле людям, которые здесь очень благородным и очень хорошим людям, говорю это со всей ответственностью. Отдаю дань памяти и глубокое уважение погибшим при исполнении служебного долга. Светлая память нашим героям. Низкий поклон их родителям. Венки и цветы в знак благодарности и вечной памяти у открытого мемориала. Это символ людской памяти каждого, кому дорога жизнь, в чьих сердцах минута памяти растянулась навечно. Зумруд Гамидова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Магарамкентский район.